На табло видно результат. Команда сегодня соперника заслужила победу. Как это не скорбно. Мы, тренерский штаб, к сожалению, не достучались до футболистов. Как ни получалось, но у нас и они не выполнили то, что мы просили. Не выполнили. Им объясняла, что команда Тернополь-Нива очень хорошая, компактная команда и дома представляет большую угрозу. Но, к сожалению, нас футболисты не услышали. Хотели сыграть за счет класса, но тут это не проходит. Місце Ниви в турнірній таблиці не могло вплинути якось на оцінку? Ну, ми об цьому говоримо, що не настроїлися, не услышали нас, що буде непроста гра. І, чесно говоря, у суперника читаємая гра і понятна гра. І ми розбирали і знали, як проти неї грати. Ну, к сожалению, зробив дуже багато ошибок в обороні. Нас практически обыграл один нападающий. Вот, получился такой результат. У вас два коротенькі запитання по гравцям. Бабенка ви замінили, були незадоволені його діями. Так? І друге, ми сподівалися, тут Кополовця все-таки побачити. У нього травма, чи не дай Бог, чи інші причини? Кополовець, так, да, не змог приїхати, у нього є свої проблеми. А Бабенка отримав травму, піддернув ногу. Поэтому была замена. Что будет за питание? Если оценить загальну игру, вам сподобалось это или нет? Моей команды нет. Соперника – да. Организовано. Ребята четко знали, что они хотели. И сегодня желание Нивы Тернополь переиграло нашу команду. За счет вот именно желания. Что они хотели выиграть. У нас, по нашей команде, этого не скажешь. Они вышли просто как на товарищескую игру, побаловаться. И за это получили свои ворота.